Привет, ты на канале «Американская жизнь». Сегодня воскресенье, и я решил съездить в Лос-Анджелес, а именно на Санта-Монику, Венес-Бич, очень популярное место туристическое. Посмотрим, как люди проводят свое время, что там сегодня происходит. Должно быть очень интересно. Добрались до Лос-Анджелеса, остановились на Венес-Бич, на парковке, которая прямо у океана, на пляже. $15 за целый день стоит парковка здесь. Я вышел наверх парковки. Позади меня Венес-Бич начинается. Пойдем с Венес-Бич. Сбить пешком на Санта-Монику. Закончим поход на Санта-Монике, посмотрим, что там. Может, выйдем на пирс, там должно быть очень красиво. На Венес-Бич есть Масл-Бич, там, где занимался Шварценеггер. Спортзал, который прямо на берегу океана, очень интересно. Сейчас пройдем туда. Посмотрим, что здесь вообще происходит, как воскресенье выглядит на Венес-Бич. Есть ли люди на пляже, посмотрим, чем порадует нас Венес-Бич сегодня. Пролетел немного дроном, дальше начал улетать, там уже запреты идут, и дрон автоматически отключается в тех местах, пришлось разворачиваться. С самого начала здесь играют люди в теннис, очень много разных магазинчиков продают пляжные вещи, сумки, сувениры, все что угодно. Также здесь очень распространена такая вещь, продают фрукты в стаканах. Ананасы, клубника. $12 вот такая штука стоит. Кристаллы на продажу. А вот всеми известный Muscle Beach. Спортзал, в котором занимался Шварценеггер в свою молодость. Сейчас занимаются люди. Там есть вот немножко indoor space и outdoor. Старые тренажеры, но неплохие, кстати. Вот площадка для баскетбола. А вот интересно, школьный автобус, на него подцепили кольцо. Люди играют в баскетбол. Сейчас пойдем в ту сторону. Там есть известный скейт-парк, известен на весь мир, можно сказать. Очень красивое место. Сейчас идем смотреть на очень популярное место. Здесь катаются на скейтборде прямо у океана. Даже в игре GTA его построили. Я гулял там много раз. И вот, наконец-то, я приехал сюда посмотреть своими глазами. Конечно, я здесь был уже не раз, но всегда очень захватывает это место. Очень крутое.
План такой. В конце этой дороги, там в конце есть пирс, и там Санта-Моника. Вот туда мы сейчас пойдем. Нам нужно, как, конечно, вид открывается очень классный. Сейчас пойдем посмотрим на танцующих людей на роликах и вдоль пойдем до самой Санта-Моники. И там зайдем на пирс, посмотрим на виды, должно быть круто. Сейчас смотреть идем на танцующих людей. Сюда люди приходят потанцевать на роликах. Всегда играет музыка, всегда веселье. Очень классная атмосфера. Продают деньги, пачка денег за $20 и золото. Прикольно. Небольшой перекус. По пути на Санта-Монику зашли купить бургер и картошку. Ресторан называется Перис. Бургер с картошкой вышел $30. Интересные цены, конечно, но я думаю, это будет того стоить. Хорошее место. Прямо на пляже сидим. Люди играют в волейбол. Огромный гамбургер, много картошки, кетчуп. Выглядит все очень аппетитно. Потихоньку подходим к пирсу, вон уже видно аттракционы. В игре GTA это место все тоже знают. Это отель какой-то. Идем. А здесь небольшая территория, где люди развлекаются, занимаются спортом. Там канаты, брусья. Поднялись на пирс, здесь что-то происходит, очень много байков. Байкеры. Здесь их больше сотни байков на мосту стоит. Полицейский вертолет. Также на этом пирсе есть аттракционы, рестораны. Такой вид с пирса. Еще немножко дальше пройдем, но пока покажу. Там Голливуд, горы, океан, очень красиво. Вот аттракцион, здесь нужно провисеть некоторое время за приз. Посмотрим, сколько он провисит. 45 секунд за маленький приз, 1:15 за средний и 1:30 за большой приз. Посмотрим, сколько он провисит.
он выиграл маленький приз. А стоит эта вещь $12? То есть ты платишь $12, чтобы получить маленькую игрушку, которая стоит доллар. Мама смотрит на Лос-Анджелес. Мы подошли к концу пирса. Здесь внизу много рыбаков рыбачат. Красиво. Примерно так выглядит Санта-Моника и Венес-Бич в воскресенье, в выходной день в Лос-Анджелесе. Если тебе понравилось это видео, поставь палец вверх, подпишись на канал и увидимся в следующих видео. Пока!